оставить минусы, да, если не нравится. Так. Я нашел одну интересную находку, когда, смотрите, у нас здесь стоит одна мина, а здесь вот, здесь четыре мины стоит. Раз здесь одна мина, то мы можем уже расставить вот здесь мины. Ну, раз, абсолютно разумно. Эти три мины должны существовать. А вот где там мина, мы не знаем пока. Да, где там мина, мы не знаем. У двойки получилось мина, мы расставим минусы. У пятерки можем расставить минусы. Ой, мины. Вообще-то это не обосновано. Обосновано. Их как раз 5 штук. Так, у двойки мы можем поставить минусы. У единицы тоже можем поставить минусы. Двойки только в одно место мы можем поставить минус. Здесь у этой двойки только в одно место можем поставить минус. Здесь ставим минус. 4. Так. Надо посчитать количество мин. Секунду, зачем считать, если у нас у четверки еще, вот есть здесь четверка, у которой надо проставить еще одну мину. Теперь 11. У единички, вот у нижней левой единички. Угу. Как у нее там с минами? Минус. А, там еще... И вот только в этот момент мы используем условие про 12 мин. Нет, да. У нас здесь, мы посчитали мин, у нас получилось 11 мин. Да, то есть у нас да, все сходилось, да. Все было замечательно, но вот про эту клетку было непонятно. Но если мы знаем общее количество мин, то мы все знаем. Да, можно поставить. Отлично.